Всем привет! С вами канал Art Mania. Сегодня у нас видеообзор нашей дачи. Май. 9, вернее, мая. Даже сегодня у нас 2021 год. Я уже в течение 3 лет делаю. Можете посмотреть предыдущие года. Представляете, начало мая. 9 мая. И у нас цветут яблони. То есть, ну, обычно не позже, гораздо позже. А уже цветут. А как поют птички. У нас 26 градусов сегодня. Очень жарко. Уже можно ходить в шортах. Немножечко есть ветерочек. Так, ну, обзор дачи, конечно, у нас. Здесь у нас маки. Еще мало чего растет. В основном у нас растет лук. Появился. Вон там он, лучок. Сейчас мы дойдем. То, что можно покушать сейчас. Вот там у нас соседская дача. Кусок нашей. Мы продали позапрошлом году, я говорила вам. Там была наша дача. Бабуля уже посадила помидорку. Там в парнике тоже помидорка. В основном помидоры сажаем. Вот, а мята уже появляться начинает у нас. Вот она маленькая мятка. Мята свежая. Крыжовник здесь у нас. Там у нас малина. Черная смородина. Один кустик всего, но он уже растет у нас для чая. Листочки. Чеснок. Груша. А, груша, кстати, с этой стороны больше цветов, чем с той стороны. Будет груша. В этом году много, кстати, эта груша, ее прививали. Это изначально на ней лет 10, наверное, наросла, на ней вообще не было груш. Потом привили, ну, меньше 10. Стали расти. Ай, ветер. А, у нас уже зацвела клубника. Клубничка, смотрите, уже зацвела. Представьте, 9 мая, уже зацвела клубника. Мне кажется, в следующем месяце я буду снимать обзор, уже будет явно что-то такое. Уже будут яблоки, наверное, в следующем месяце. Начало июня. Такой у нас сад, очень красивый, очень шикарный сад. Прям обалденно, мне очень безумно он нравится. Так, там у нас малина, чеснок. А, вот тут еще чеснок. Его надо будет осенью собрать. Здесь вот наша груша, грушечки любимые, очень вкусные, кстати, зеленые когда. Вот. Так, вот там у нас за бочкой такой ржавый, забыл, как она называется, тоже чай пьют, короче, жасмин. Груша, кстати, ой, не груша, господи, слива, вся в цвету, смотрите, вся прям в цвету. Вся, причем прям реально вся просто. Поближе подойдем. А тут еще много цветов. Она прям вся усыпана. Такая она у меня необычная ветка. Вот там соседи тоже. Маки, малина чуть-чуть там вон. Тут все яблоньки у нас цветут. Получается, у нас много яблонь. Тут вот две, тут две, тут две, тут и тут две. То есть, в принципе, много. А, зеленая, вот эта зеленая яблонька. Яблонька, она отдыхает. Там у нас крыжовник. Ой, господи, крыжовник. А, смородина красная у нас там. А вот здесь, кстати, у нас эти растут. Что-то их нет в этом году. Уже все, наверное. Ландыши. Да, что-то название забываем. Там вот у нас малина будет попозже. Там у нас клубника. Ну, там тоже мало. Облепиха еще вон там. Облепиха у нас вообще большие ягоды. И сладкие. Не кислые, как обычно бывает, а сладкие. Крупные сладкие прям. Офигенные. Тюльпаны. Обожаю тюльпаны. Какие шикарные. Большие тюльпаны. Огромные. А как они пахнут, не представляете.
Елочки у нас там большие уже выросли. Ну и сад, конечно. Травка еще здесь осталась старая. Новая травка еще растет. Я думаю, через месяц сад уже будет более зеленый, как обычно это бывает. Здесь вот красиво, смотрите. Сейчас с той стороны обойду. Здесь очень красивый... А нет, или не здесь? Это жигулевская яблонька. У нее, смотрите, бутон прям розовый. Розовый, розовый. Цветы прям большие. Даже большие, да, кстати, у них. Цветы вот. Огромные. И яблочки у жигулевской тоже большие, красные. Такие вот они прям... Классная, вкусная очень. Она тоже, она наполовину, вот эта вот половина у нее цветет, а вот эта половина у нее отдыхает. Очень классно. В прошлом году я очень много поснимала этот сад, очень много засняла, потому что в этом году мы будем уже продавать дачу, скорее всего. Родители уже не хотят ей заниматься. И мне некогда. Цветочки вчера купили мы. 50 рублей. Здесь елочка. Елочки в этом году шишек за зиму появилось много. Там тоже за елками у нас малина будет еще. Если доживем до нее. Герань и роза еще. Вот тут вот будет кусочек розы. Кустик. Кустарничек. Ну, пока из цветов. А, и синие какие-то фиолетовые цветочки есть у бабули. Тут еще тюльпан. Цветочки какие-то. Пчелка тут была. Одуваны еще были. В газоне мама их все пособирала. Вот такое вот у нас. Сейчас еще с вами в том месте покажу. Сад здесь шикарный. Деревьям, кстати, 23 года. 24 уже. По 25, наверное, даже лет уже. Вот у этой яблоньки. Очень красивые бутоны. Какие, смотрите. Розовенький с оттенком. Тут тоже вот оттенок розового. И тут, смотрите, какая она шикарная. Класс вообще. Это тоже жигулевская, но что-то немножечко другая она. Тоже большие яблоки, но они по вкусу отличаются немножко. Иногда и по виду бывают отличаются. Что-то цветет, всегда очень красиво. Сирень там еще только-только собирается цвести. Еще только-только-только-только. Еще не все. Сейчас с вами пойдем посмотрим. Сирень. Вот она, сирень. Сиреневого цвета.
Отдышался ты хорошо? Дим, я там обогреватель вам включила, чтобы потом выключить и меня отключить. Там посмотрите, если нагреется, выключите. Вот такой у нас с вами был обзор моей дачи. Маленький, мало чего еще пока растет. Больно ничего еще в мае. В начале мая, тем более, не покушаешь. Следующий будет обзор у нас в начале июня выйдет. В июне я засниму. Посмотрим, что у нас уже будет в июне расти, что уже можно будет покушать. Но пока только лук и сделать чай из мяты и такого всего. Виноград, кстати, по-моему, замерз. Не знаю, будет, не будет он вообще сухой. Вон там он. Вот это у нас виноград. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии о своей даче. Задавайте какие-то вопросы, возможно, я отвечу на ваши. И всем пока-пока.